Фир-старший узнает, что у него серьезное заболевание сердца. Он едет в Заозерск попрощаться с родным городом и неожиданно встречает Владика, который стал бомжом. Владик рассказывает Фирсу-старшему, как Сёма подговаривал Владика убить Богдана. Вернувшись домой, Фир-старший умирает, его хоронят в Заозерске. Никто из многочисленной родни на похороны не приходит, но неожиданно Инга и Денис сталкиваются с Сёмой и Любой, которые пришли проведать могилу Наташи. Молодые люди влюбляются в друг друга, с первого взгляда не подозревая, какие тяжелые последствия за их трогательной юной любовью последуются.